Приветствую вас! Я Татьяна, консультант по красоте, и предлагаю вам вместе со мной полистать новый каталог Oriflame. Период действия этого каталога с 11 мая по 30 мая. И я покажу вам продукцию. Ну, остановлюсь, во-первых, на продуктах, которые с самыми выгодными скидками и самые интересные предложения. Вот, и то, что у меня есть в наличии, я покажу, как это выглядит. То, что я сама пробовала, я расскажу вам свои впечатления, свои ощущения. Весь каталог, на всем, пожалуй, каталоге я не буду на каждой странице останавливаться, потому что это, ну, занимает достаточно много времени. Я ссылочку и каталог у меня в местной валюте, я вещаю из Грузии, то есть он в лари. Я, если буду называть цену, то она будет в валюте Грузии лари. Но под этим видео обязательно будет ссылка на каталог в рублях. Если вы смотрите меня из другой, ну, страны, где у вас своя валюта, то вы можете посмотреть каталог онлайн в вашей валюте. Это очень легко — набрать oriflame.com и онлайн-каталог. И вы всегда можете посмотреть стоимость продуктов в вашей валюте. Итак, давайте начнем. Каталог, драйвером этого каталога является тушь. Это тушь-новинка, и она обещает, у нее вот такая интересная кисточка, она обещает эффект кошачьих глаз. Вот на модели мы можем посмотреть, каких ресниц можно добиться с помощью этой туши. И также здесь акция. При условии покупки двух тушей скидка, более глубокая скидка и такая очень приемлемая, приятная цена. То есть покупаете себе одну, вторую либо про запас, либо с подружкой вместе, кооперируетесь, и получается очень выгодная цена. Это тональный крем, умный тональный крем, который подстраивается под вашу кожу, который ее покрывает, так покрывает, что под этим тональным кремом сохраняется влага, ваше лицо увлажненное и не пересушивается. И ваше лицо не блестит, хорошо выглядит, плотное покрытие. И интересно то, что у этой тональной основы 10 оттенков. И они сформированы в три категории. Это холодный подтон кожи, теплый подтон кожи и нейтральный подтон кожи. Как узнать, какой у вас подтон кожи? Я открою вам один маленький или большой. Для меня это был большой секрет, когда я впервые это узнала. Это очень интересно. В общем, вы смотрите вену на вашей руке. Вот если, не знаю, как передает точно камера, но у меня вены зеленоватого оттенка. То есть они зеленые. Если у вас вена зеленая, зеленого оттенка, значит, у вас теплый подтон кожи. Если вена на запястье у вас голубого оттенка, это значит, что у вас холодный подтон кожи. А если фиолетового, то нейтральный. Это очень интересная информация, согласитесь, если она вам понравилась. И ставьте «мне нравится» под моим видео уже сейчас, не ожидая конца, так скажем. Мне будет приятно, и я заранее вам благодарна за ваши лайки, и для меня это имеет большое значение. Итак, значит, этот тональный крем, он появился где-то 3 каталога назад, либо 2 каталога назад, наверное, это третий будет. И уже кто им пользовался, очень хорошие отзывы. В общем, очень хорошие. Сама я лично не пользовалась. Я Jordani Gold, у меня есть 3 варианта или 4 разных тональных кремов Jordani Gold. Я вам, кстати, могу их показать там в процессе, какими я пользуюсь. Вот. Этим я не пользовалась. Это из серии The One Everlasting. И у него очень хороший защитный фильтр 30. В общем, обратите внимание, и скидка также хорошая. Наверное, 35%, я так думаю, примерно, я прикинула.
Так, дальше. Так как весь каталог я не буду листать, у меня здесь есть закладочки, и это сделает наш просмотр более быстрым. Новинка этого каталога, который также у меня нет еще, я не могу вам ее представить, я смотрела про нее видео, в общем-то, и имею представление. Это хайлайтер. Хайлайтер также из серии The One. Он жидкий, с пипеточкой. Ну, жидкий хайлайтер для кого хорош будет, я думаю, он будет хорош для возрастной кожи, для сухой кожи, а, наверное, для жирной кожи, все-таки для жирного типа лица, наверное, все-таки лучше будет сухой хайлайтер, я так думаю, потому что он все-таки более фиксируется хорошо и не потечет. Либо вам нужна хорошая, если у вас жирная кожа, и вы хотите все-таки, потому что он очень классный, смотрите, вы хотите все-таки жирным хайлайтером попробовать, то, наверное, нужно вам будет спрей использовать для фиксации макияжа. Есть в Oriflame вот спрей такой отличный, не знаю, он в этом каталоге нету его, потому что в предыдущем, который сегодня заканчивает свою работу, уже сегодня суббота, 9 мая, там с хорошей скидкой вот этот спрей. Фиксатор макияжа. Так, какие есть хайлайтеры? Остановлюсь все-таки быстренько на них. Вот у меня тоже есть хайлайтер из серии The One, он тоже кремовый. Он мне очень нравится, я им довольна. Но вот сегодня у меня хайлайтер нанесен из палетки корректирующей. Я тоже сейчас ее покажу. Нанесен, то есть под бровь, скула, пипочка носа и галочка над губой. А, и внутренний уголок глаза. И от этого, ну, как бы эффект, я думаю, видно, такой нормального, сияющего, здорового, молодого, молодящегося лица. Итак, сухой хайлайтер вот в такой палетке, тоже в этом каталоге, который сегодня заканчивает свое действие. По очень классной цене эта палетка. Вот сухой хайлайтер, который сегодня я нанесла. Очень мне нравится эта палеточка. Это немножко я отвлеклась, но заодно как бы будете иметь какое-то представление, какую-то информацию о продукции вообще от Oriflame. Так, итак, дальше здесь на новые цвета помад. Но я не буду на них останавливаться, помады классные. Хочу остановиться на тенях Refill. Магнитная палетка для двух теней, то есть покупаете отдельно магнитную палетку, она с хорошей скидкой, и в нее выбираете сами для себя двое теней, те, которые нравятся именно вам и которые бы вы хотели иметь. Также существует магнитная палетка для шести теней. У меня она, здесь ее нет, но я вам покажу свою магнитную палеточку, вот так она выглядит, и свои тени Refill. Если вам будут интересны какие-то оттенки этих теней, вы можете, ну, код этих теней, вы можете написать комментарий, я обязательно вам отвечу. То есть это, знаете, это базовые цвета, и это палетка как бы базовая теплых оттенков, базовые оттенки. Но у меня также есть палетка холодных оттенков, это для моих клиентов, я занимаюсь, ну, я визажист. И вот такие оттеночки. Кроме этого, есть несколько новых оттенков. Здесь, по-моему, 6 штук, которых у меня нет. Тени очень классные. Хорошего качества. Долго держатся. Легко наносятся. В общем, тени, на которые можно обратить внимание. Новинка. Это туалетная, вернее, парфюмерная вода. Парфюмерная вода, да, и называется она Infinita. Infinita, 50 миллилитров, нежный такой флакон, нежный аромат, я уже его пробовала, здесь есть ароматизированная страница. Сейчас мы посмотрим.
нежный, воздушный, немножко сладковатый, такой конфетный, конфетно-букетный, приятный весенний-летний аромат. В общем-то, можно посмотреть на модель, которая представляет этот аромат. Ну, я прочитаю вам еще описание аромата. Это цветочный, фруктовый и древесный. Мандарин, жасмин, грандиплорум. Ну, какой-то цветок, и кашемировое дерево. Ну, интересный аромат, но он такой не притор, ну, в общем, нежный, нежный. Ну, вот смотря на модель, можно сделать представление о том, какой аромат. Он с характером, видно это по девушке, но такой нежненький, розовенько, весенне приятный. И при условии покупки этого аромата помада идет в подарок. Посмотрите, какой хороший оттенок помады. Дальше магнетиста. Магнетиста, это аромат, он у меня есть. Я могу вам показать, как он выглядит. Это аромат, который не так давно появился в каталогах. И в состав этого аромата входит, как же он правильно говорится, феромон, наверное, афродизиак или феромон. Ну, в общем, в состав входит такое, что действует на подсознание мужчин очень притягательно. То есть проводились там какие-то эксперименты. Ну, я вам скажу, это тоже парфюмерная вода. Она, знаете, какая? Она теплая, она обволакивающая, волнующая, как-то так приятно согревающая, притягательный. В общем, аромат такой глубокий. И причем нет вот каких-то ярких, насыщенных, там сильно сладких или сильно терпких. Вот такой вот теплый, обволакивающий аромат. Так, восточный аромат, цветочный. Тут на грузинском у меня в каталоге написано, есть что-то черный какой-то, черный цветок, да, или ягода, или цветок какой-то, пассифлора и сандал. То есть вот, соответственно, такое. И представляет вот такая модель девушка, то есть по ней тоже можно сделать представление об этом аромате. Я всегда говорю, что обращайте внимание, если вы не знаете, как аромат, ну, очень трудно, как можно понять, не попробовав аромат, понять, чем он, значит, из какой он категории, так скажем. Обязательно обращайте внимание на модель. Вот, например, аромат туалетная вода Эльви. И смотрим на модель. Воздушная, освежающая, прохладная, свежесть. Вот видно по модели, да? И любителям этого аромата, таких вот именно прохладных, свежих любителям ароматов, обратите внимание, скидка, 60 или 70%. В общем, скидка какая-то фантастическая. И, ну вот, просто я в лари вам скажу, 61 лари – это максимальная цена, и 18 лари – это цена по каталогу. Ну, то есть просто соразмерно можно себе представить. Очень большая скидка, поэтому это, конечно, нужно в начале каталога заказывать, потому что я думаю, что на всех складах всех стран это закончится в первом же заказе. Туалетная вода, сколько у кого запасов есть на складе, потому что такой цены я не помню, такой цены не было еще никогда. Есть ароматы из серии Woman Collection, то есть женская коллекция. Они такие вот очень, ну, классической формы, простой, можно сказать, формы, 50 мл, такие удлиненные, простые, прозрачные флаконы. И в основном тут цветочные ароматы. У меня есть закрытая упаковка, я не стала ее раскрывать, потому что, в принципе, хорошо видно в каталоге, как выглядит упаковочка.
50 миллилитров цветочные ароматы. У них очень хорошая цена. И то есть, кто ищет себе хороший классический цветочный аромат и по такой демократичной цене, вот обратите внимание на эти ароматы, и также вы можете для своих клиентов обратить внимание на эти ароматы, предлагать их, потому что достойные ароматы по очень демократичной цене. Ароматов много в этом каталоге, представление такое, то есть богатый выбор. Мне лично очень нравится вот этот вот аромат, это тоже парфюмерная вода. So Fever Together. В общем, там что-то перец красный, чего там только нет, и какие-то цветочки, и какие-то фрукты, листочки. Очень хорошая цена. У меня есть этот аромат. Выглядит он вот так. Ну, упаковка как бы вот обычная. И цена здесь очень-очень приятная. Посмотрите, как достойно выглядит. И вы знаете, это аромат, который энергетически как-то поднимает сразу настроение. То есть какую-то он энергию, какую-то такую радости вносит сразу же. Что здесь такого, не знаю, вот то ли этот перчик, но вообще он ощущается просто как фруктово-цветочный, какой-то карамельный, какими-то конфетками. И при этом он, не сказать, что он такой несерьезный, совсем-совсем там девичий, нет. Женский аромат, но такой вот какой-то веселенький, веселенький, приятный аромат. Так выглядит упаковочка. Так, поехали дальше. С хорошей скидкой аромат Eclat Sport. Это аромат мужской, аромат для спортивных мужчин, так скажем. Тоже страница ароматизирована, извиняюсь, но мне нравится лично этот аромат. То есть он такой энергичный, бодрящий, ну, спортивный и свежий. То есть, видим мы по флакону, по цвету самой воды и по модели, конечно. Тоже хорошо понятно, ну, по названию, что это аромат спортивных мужчин, молодых. Вот, аромат Вентура, в трех он вариантах, это зеленый, он как травяной, оранжевый, цитрусовый, и голубой, это свежесть. И вот именно голубой с очень хорошей скидкой. 100 миллилитров вода. Я бы предложила эту воду для молодежи. То есть молодежная, для молодых парней водичка. То есть она не классическая, не для серьезных, не элегантность какой-то там не придает. Хороший, спортивный, тоже молодежный аромат по очень притягательной цене. И хороший объем. 100 миллилитров. Так, поехали дальше. Тональный крем с хорошей скидкой из серии Jordani Gold. Тут всего лишь 4 оттенка. И это тональная основа только для обладательниц жирной кожи. Потому что эта тональная основа после нанесения превращается в пудру. То есть она становится сухой. Она сразу же схватывается. Она хорошо, значит, ну, как сказать, борется с жирностью кожи. То есть для сухой кожи не подходит категорически. Только для жирной кожи. И вот у кого есть такая проблема, что плывет макияж, плывет тональный крем, вы хотите хорошую фиксацию, плотное покрытие, то обратите внимание вот на этот крем. 4 оттеночка. Дальше.
Дальше, дальше. Из серии The One предложение корректор, консилер вокруг глаз. Тональный крем вокруг глаз не используется. Обязательно используется специальное средство. Консилер с хорошей скидкой. Выглядит вот так. Хватает вот такую упаковочку. Я только что выбросила и 1,5 года ей пользовалась. Я часто делаю макияж. Если не каждый день, там, то через день тоже. Точно, хотя даже чаще, чем через день. Ну, так скажем, 5 дней из 7 в неделю я делаю макияж. Вот такой полноценный, вот как сегодня дневной. Вот, в 3 оттеночках у меня самый светлый. Чем светлее под глаза у нас, под глазами оттенок, тем моложе выглядит, посвежее наша кожа. Вот это вот треугольник молодости, вот это, и чем он светлее, тем мы выглядим моложе. Поэтому вот здесь вот высветлять советуют, но это корректором уже такой поплотнее. А консилер, он хорошо под глаза, потому что он не портит кожу вокруг глаз, он не такой плотный, он хорошо покрывает, но он не подчеркивает морщины и ухаживает за кожей вокруг глаз. Хорошее средство, обратите внимание. Дальше средство для снятия водостойкого макияжа. Это двухфазное средство. Если вы используете водостойкие средства, водостойкие в макияже и водостойкую тушь в том числе, вот такое вот средство двухфазное, оно смешивается, становится однородным, таким немножко маслянистым. И как мы его используем? Мы наносим на ватный диск это средство, и не трем ни в коем случае вот так туда-сюда, просто прикладываем, некоторое время держим, это средство начинает действовать, начинает размягчать водостойкую тушь, и потом буквально вот такими двумя-тремя нежными движениями эта тушь удаляется с глаз. Водостойкие средства компании Oriflame можно смыть только этим средством, иначе если вот снимать или стирать каким-то другим средством, можно с ресницами это все снять. Поэтому лучше, конечно, если вы пользуетесь водостойким макияжем, водостойкими средствами, обязательно приобрести и средства для снятия водостойкого макияжа. Такая славная розовая, бело-розовая страничка. Кондиционер, бальзам для ресниц и бровей, сейчас я его покажу, и бальзам для губ. Это все по хорошим ценам, по выгодным ценам. Значит, я вам покажу свой кондиционер, он открыт у меня, я им пользуюсь. Значит, он прозрачный, двухсторонняя кисточка с длинными ворсинками и с короткими. Короткие ворсинки – это для ресниц. Если у вас проблема с ресницами, они выпадают, вдруг они тонкие или они плохо растут, на ночь мой совет – как бы наносить этот бальзам-кондиционер. И длинные волоски очень удобно расчесывать и фиксировать брови. Классное средство. И бальзам для губ. В каталогах Oriflame много вариантов бальзамов для губ. Но этот бальзам для губ, он лучший. Правда лучший. Он выглядит, как будто кажется, что он такой маленький. Там грамм вот сколько. Я что-то никогда не обращала внимания именно на граммы. Если сейчас быстро найду, 1,7 грамма. То есть, ну, не очень много. Бывает средства побольше. Значит, по объему. Но он экономичный. Он вот так выглядит. И у него защитный фактор хороший от солнца. 20. И этот защитный фактор, ну, соответственно, хорошо защищает губы от солнца, от ветра, от каких-то природных явлений, от холода, от жары, от ветра. И хорошо питает, хорошо увлажняет. Очень классный. Палочка-выручалочка. И выглядит так же, как волшебная палочка. Из всех бальзамов, которые я перепробовала в компании Oriflame, они все хорошие, но этот лучший. Так, дальше.
Дальше кисти. Ну, хотелось бы немножко остановиться на кистях. Если вы делаете сами себе макияж и вы используете кисти, то обратите внимание на кисти Oriflame. Они очень качественные, у них бамбуковая ручка. И искусственный ворс очень качественный. Здесь несколько кистей. Раз, два, пять кистей. И я сейчас тоже покажу те, которые у меня есть. И средств, аппаратик, как он называется, для подкручивания ресниц. У него есть какое-то название, там я забыла сейчас, как он правильно называется. Так, а у меня написано на грузинском, поэтому читать смысла все равно нет никакого. Там другое свое будет название. Вот, у меня кисти из этой серии. Это те, вот, которые у меня сейчас под рукой. Они все очень классные, очень мне нравятся. Ну, заодно, раз уж я как бы взяла о кистях, немножко скажу два слова. Пушистые кисти используются для нанесения сухих текстур. А плоские кисти используются для нанесения кремовых текстур. Вот это, например, кисть для коррекции. И я корректор им наношу. Это кисть универсальная, волшебная, супер-пупер кисть, которой можно наносить все средства. Можно сделать почти весь макияж одной этой кистью. И также и кремовые текстуры, и сухие текстуры. Просто вот весь макияж одной кистью. Шикарно. Но нанесение, так как это пушистая кисть, нанесение тонального крема будет не плотным, будет таким тонким слоем. Если вы хотите поплотнее, то она должна плотно набитая быть кисть. Если вы хотите, чтобы более было плотное покрытие. Новиночки, аксессуары, то есть новая коллекция аксессуаров в этом каталоге вступает в силу. И каждая коллекция по сезону, она где-то 3-4 каталога, наверное, 4 каталога, она в действии, а потом меняется на новый сезон. То есть эта коллекция сейчас входит, и, видимо, все лето будет у нас эта коллекция. Смотрите, какая милая сумка. Ну, у нее цена тоже такая приемлемая, не заоблачная никакая. И серьги. Но серьги, они из соломки, а сумка, она из ниток. Ну, как хлопчатобумажная, что ли. А, очки, давайте очки еще посмотрим. Видите, какие очки шикарные в этом каталоге тоже, в этой коллекции летних аксессуаров. Ну, здесь интересные очень аксессуары. Ракушечки, вот смотрите, как хорошо смотрится на ее ушах, на ушах модели. Сумочки, парео. Кимоно, то есть накидка на вот купальник. И здесь сумочка поясная, она белая, из хорошего сделана материала. И у этой сумочки вот этот вот поясок, его можно отстегнуть и носить вот именно как ремень с одеждой. Вот. И также часы на ремне, закручивающемся вокруг запястья в два оборота. Там он тоже ремень двухсторонний. С одной стороны белый, с другой розовый. Можно его менять в зависимости от вашего настроения, от вашего наряда. Ну, так выглядит накидка на пляжная накидка на купальник. Аппарат Skin Pro, часто про него говорю, потому что я им пользуюсь ежедневно, с тремя насадками, звуковые технологии, ну, такие инновационные технологии, звуковые, значит, вибрации. Одна насадка для массажа, вот массаж я делаю ежедневно после нанесения дневного крема, одна насадка для очищения лица и одна насадка для скрабирования лица. Это процедуры очищения и скрабирования, они настолько эффективные и настолько они, как бы сказать, действенные, то есть они так чистят поры, то есть это салонная процедура у вас дома.
Они чистят настолько глубоко поры, что ежедневно использовать нельзя, это точно. В зависимости от вашего типа кожи, я могу это использовать раз в неделю, раз в 10 дней. Иначе у меня кожа не травмируется, как бы эффект потрясающий после вот одного использования. Но если это часто делать, просто зависит от кожи. У меня кожа чувствительная. Вот скрабирование никакого, это силиконовое, никакого, то есть она выбивает вот такими вот движениями с этими звуковыми, выбивает она и спор все вычищает и отшелушивает эти ороговевшие, то есть уже ну, мертвые клетки кожи. Потрясающий аппарат, его можно использовать под душем, он настолько плотно хорошо закрыт, то есть под водой можно использовать, и это тоже очень удобно. Ну, моя постоянная насадка это вот это для массажа лица. Эффект вот один раз, просто не один раз, а наносишь дневной крем, затем смотришь на себя в зеркало, затем используешь этот аппарат, и вот прямо моментально подтягивается кожа лица. Какие-то удивительные проходят метаморфозы. Вот так хорошо действует. Это салонная процедура у вас дома. Аппарат не дешевый, но он редко бывает со скидкой. В этом каталоге он со скидкой. И вот здесь есть, знаете, фото. Вот это вот, значит, мы руками умылись просто, умылись, очистили, да, там сделали очищение лица, а это аппаратом. Две большие разницы. Так, серия Optimals, очень обширная серия, хорошая серия. Она для всех самая обширная в каталогах Oriflame. Почему? Потому что там есть для сухой кожи, для жирной кожи, для комбинированной кожи, для против пигментации, для нормальной кожи. Вот. И здесь маска увлажняющая для лица с очень хорошей скидкой. Обратите внимание. И очищающая глиняная маска для лица тоже с такой с приятной ценой. Из серии Optimals. Ну вот для сухой кожи, для нормальной. Там, значит, то есть это комплексные уходы. Там очищение. Очищение, тонизирование, сыворотка, дневной крем, ночной крем, крем вокруг глаз и какие-то еще вот маски и средства дополнительного ухода. То есть комплексный уход, зелененькая для жирной кожи, голубая для нормальной кожи. Так, дальше. Дальше серия Pure Skin, молодежная кожа, хорошая маска, это новинка, не так давно появилась в каталогах, черная маска против черных точек, хорошо, это маска-пленка, хорошо удаляет черные точки. Ну, это серия для вот проблемной молодежной кожи, у которой есть какие-то проблемы там с воспалительные на лице, прыщики, жирность кожи и так далее. Так, на этой странице мы видим средства для удаления волос с лица. То есть здесь восковые полоски, здесь какое-то новое, это новинка, аппаратик, ну, ручной такой, здесь пружинка, ну, показано, как им пользоваться. Я не знаю, никогда не пользовалась, что это за аппаратик такой, удаление волос с лица. И триммер. Триммер у меня есть, я его покажу вам сейчас. Покажу триммер и покажу зеркало. Тоже нормальные скидки на эти продукты. Зеркало двухстороннее, я им делаю это, ну, сколько бы ни протирал, все равно выглядит на камеру не эстетично. В общем, увеличительное стекло, обычное зеркало, можно его вешать на стену, ну, в ванне где-то, я не знаю, или ставить вот на подставочку. Зеркало такого хорошего размера, мне очень нравится делать в него макияж. Так, и триммер.
Сейчас я вам покажу триммеру, этому уже, не знаю, лет 7 или 8. Приходит в коробочке, в бархатной упаковке. Вот такой вот девайс приятный. И там батарейки, и он, работая, видите, у него какой этот, как они называют, ножи, да, или что это, бритва, ну, срезает волос под корень. То есть этот триммер не удаляет волосы с корнем, он срезает под корень. Но он настолько хорошо, аккуратно срезает под корень, что не оставляет никаких раздражений на коже. Нет вот этих вот красных точек, вросших волосков и каких-то раздражений других вот неприятных. Да? Но у меня на лице как бы... Я иногда подправляю брови этим триммером, то есть расчесываю кверху и немножко так срезаю, да, длинные волоски. Вот. А вообще я люблю пользоваться этим триммером. Я, в принципе, для этого его, можно сказать, и приобрела. Зона бикини. Зона бикини отлично. Никаких раздражений, никаких красных точек, никаких вросших волосков. Приятный, эстетичный внешний вид. Но, конечно, отрастают. То есть волоски опять отрастают, но просто их нужно опять под корень срезать. Вот. Поехали дальше. Дальше у нас серия «Королевский бархат» с отличной скидкой. Это моя любимейшая серия в каталогах Oriflame. Я ей пользуюсь много лет. И есть результат. Причем я вижу после использования этого крема результат сразу же. И накопительный результат. И не скрываю свой возраст никогда. Всегда пишу под видео, что здравствуйте, привет всем, мне 50 лет. 20 лет из них я пользуюсь продукцией Oriflame. И в том, что мое лицо выглядит нормально, достойно в 50 лет, заслуга в том числе правильного ухода и в том числе кремов набора вот этого вот Royal Velvet. Сейчас в данный момент, ну, конечно, постоянно пользоваться одной и той же серией – это неправильно, потому что кожа привыкает, нужно менять. Сейчас я поменяла эту серию на серию Novage. Так, она вот, если будет здесь где-то рядышком, нет? Будет, да, сейчас, наверное, я покажу. Да, серия Novage. В данный момент я пользуюсь Novage Ultimate. Вот этой, всем комплексом, вот этим вот, он очень дорогостоящий по цене, и он дорогостоящий по составу, и очень действенный. Это бренд Novage в серии продукции там белоуходовой косметики Oriflame, это отдельный бренд Novage. В состав входят стволовые клетки растений, именно вот эта вот серия Ultimate, она с подтягивающей эффектом, то есть она подтягивает контур моего лица, и я тоже вижу как бы результат, я довольна. Но когда вот эта вот шикарная серия у меня закончится, я обязательно вернусь, опять поменяю эту серию на эту, к Royal Velvet. Значит, здесь отличные скидки и на очищающее молочко, гель-тоник, ночной крем, дневной крем и крем вокруг глаз. Я просто покажу вам, ну, как выглядит крем. Он выглядит достойно, приятно. Вот такая вот упаковочка. Ну, у меня закрытый это крем, то есть он новенький. И это ночной крем, дневной крем. Точно такая же упаковка, такая же крышечка, но белая. Белое стекло. Вот, аромат потрясающий, эффект шикарный. И в данный момент я пользуюсь на, как сказать, в комплексе с кремом вокруг глаз из серии Novage, я использую все-таки крем Royal Velvet. Мне не хватает его, представляете? Потому что крем Novage, он очень такой сильный по составу. Я не могу его близко к глазам наносить, вот по орбитальной кости наношу. Но вот эти вот мелкая сеточка морщинок, которые близко к глазам расположены,
от нее, от борется с этой сеточкой вот этот крем, потому что он мягкий, у него носик такой, и я этим носиком вот наношу поближе чуть-чуть и нежненько так втираю, и поэтому я с утра наношу вот этот крем, а на ночь я наношу крем Novage вокруг глаз. В общем, черный ирис входит, экстракт черного ириса в состав этого крема. Оды могу петь этому серии Royal Velvet бесконечно. Novage – это инновационная, как я сказала, серия, дорогостоящая по составу и по цене. Маска Novage, вот могу вам показать, масочка Novage. Я тоже для себя приобрела, я ей пользуюсь, но пользуюсь не так часто, наверное, раз в неделю, раз в 10 дней. Вот получается, у нее очень приятный аромат. Вот видно, что... Видно, что я сколько использовала, звонок прошел в телефоне. Так, и это я наношу эту маску вот такой вот силиконовой кисточкой. Она тоже бывает в каталогах. В этом каталоге я не вижу этой кисточкой, но она очень удобная для нанесения. Дальше. У нас серия Wellness от Oriflame. Это продукты здоровья, это БАДы. Wellness Pack вот у меня сейчас... Так, я перелистнула. Wellness Pack у меня закончился. Но у меня есть отдельно продукты, которые входят в Wellness Pack, и я их употребляю. Это кальций, морской кальций с витамином D. Вот он у меня здесь под рукой. Сейчас я вам покажу. Это тоже дорогостоящие продукты, но забота о здоровье стоит того, я думаю. В общем, вот такие вот жевательные таблетки, две жевательные таблетки, это на ежедневной основе я употребляю. Плюс к этому коктейльчики тоже у меня закончились, нужно выписывать. Это протеиновые коктейли, белковые, белка не хватает в нашей пище. Обычно у нас идет преобладание углеводов и жиров, белка категорически не хватает. Поэтому дополнительно белковые коктейльчики очень полезны для организма, и на них также можно и худеть. Астаксантин. Сейчас покажу астаксантин и омега-3. Астаксантин – это водоросль, из водоросли делается, тоже в экологически чистых добытой местах. Во много-много раз сильнее витамина С астаксантин и работает, как бы оздоравливает на клеточном уровне клеточки организма. И омега тоже, она 100% натуральная, экологически чистая. Вот такие вот две капсулы советуют пить, но это минимальный минимум нормы дневной. Я пью по 4 капсулы. Я и как бы мы с мужем пьем по 4 капсулы. Это тоже минимум того, что организм должен получать омега-3, сколько омега-3 организм должен получать. В общем, про здоровье я не люблю рассказывать и про здоровье люблю, наверное, про болезни, про это все, это не моя тема. Моя тема – это красота. Но для себя я сделала выводы, что это достойный продукт, достойного качества, и я его употребляю. То есть... Понимаете, лучше это профилактика болезней и вкладывать деньги в профилактику, а не в лечение. Потому что если мы уже заболели, деньги придется потратить на врачей, на лекарства, много, при этом мы себя плохо чувствуем, при этом мы не активны, мы не трудоспособны, мы себя, ну и так далее, да, зачем? Лучше потратить эти деньги, и даже это обойдется, наверное, дешевле, до того, как мы заболели, то есть на поддержание здоровья. О этих продуктах я не буду долго распространяться. Вы всегда можете вбить в Гугле или на сайте Oriflame продукция Wellness на вашем языке, в вашей стране. Все сертификаты, из чего состоит, кто, насколько это
продукты, которым можно доверять, кто их создал. Я всю эту информацию выучила, сделала для себя вывод, и я эти продукты употребляю. Вам советую тоже, пожалуйста, почитать. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь. На этом я тоже оду велнесу, значит, останавливаюсь, прекращаю петь оды велнесу. Потому что могу об этом говорить много, но зачем? Каждый делает для себя сам выбор тех вещей, которые он считает важными в своей жизни. Я не вижу вот у себя на столе, хотя я ставила... Ага, я уже убрала, ну ладно, убрала на полочку, не буду сейчас подниматься. Масла для волос, но они не по очень-то уж и глубокой скидкой, но нормальная скидка. Масла для волос, которые питают волосы, увлажняют, защищают. Очень хорошие масла в компании Oriflame. Серия Hair X для ухода за волосами. Это профессиональная серия. И в этой серии есть, значит, для окрашенных волос, для вьющихся волос, для объема волос. И также есть шампунь против перхоти. Если у кого-то, допустим, так он выглядит, упаковочка этого шампуня, обычный размер 250 мл. Если у кого-то есть такая проблема, обратите внимание, со скидкой есть шампунь в этом каталоге. Дальше. Молоко и мед, хорошая серия. Тоже, если у вас нет аллергии на мед, и если вам нравится этот аромат, серия очень питательная. Это серия для тела. Скраб сахарный для тела, мыло для рук и крем для рук. Крем для рук. Где ты? Вот он. Так он выглядит, крем для рук. Аромат потрясающий тем, кому он нравится. Потому что на вкус и цвет, так скажем, любители разные все мы. Обратите внимание на крем для рук из серии Loving Care. Это вот 150 мл, большой объем, миндаль в состав входит. Очень питательный крем, очень увлажняющий, очень хороший. То есть с первого нанесения вы уже эффект почувствуете, что ваши руки выглядят намного лучше. Значит, XXL объем, 150 мл. Вот просто скажу вам в ларе. 12,5 лари – это максимальная цена. Обычные без скидки. И 4,5 такой цены я не помню. Если честно, для крема такого качества и такого объема цена просто потрясающая. Обратите внимание. Так, дезодоранты. Activell, появились спрейчики, их долго не было, появились, ну, обычно спреи, вот так они выглядят, себе я оставила, это у нас Fresh, ну, оно освежающее, то есть, я себе оставила Extreme, 72 часа действия, то есть, более такой сильный, иногда мне нравится пользоваться спреем, в основном я пользуюсь шариками, но иногда спрейчиком тоже хочется попользоваться, бывают такие моменты. Так, дальше маски для волос из серии Love Nature. Это тканевые маски, тоже вот такие вот упаковочки. Очень классные, пользовала и ту, и другую. Значит, тканевая маска, то есть открываем ткань, пропитанная вот этой вот маской. Значит, наносим на лицо 20 минут, держим, эффект потрясающий. И там настолько много этого средства, что его выливаешь, просто выливаешь себе на руку и наносишь остатки на шею, на зону декольте, на руки, на все хватит. Вот такая вот классная маска. Тканевая по очень хорошей цене. Серии Love Nature вышли тоже, значит, несколько серий. Это вот для нормальной кожи кокосы, алоэ, для жирной кожи, там что-то лимоны и, не знаю, чайное дерево, наверное, и для сухой кожи. Наборы, то есть комплексные наборы. У меня есть для нормальной кожи кокос и алоэ. Это я не себе приобретала, я более серьезными средствами обычно пользуюсь. Приобретала своему ребенку, но он сейчас не проживает, проживает в другом месте, ему это... И, в общем, некому это осталось у меня, и я этим иногда пользуюсь. И что я хочу сказать об этих средствах? Макияж они не смывают.
очищающее средство, вот тоник, вот. Очень приятный аромат, очень мягкие по действию, ну, хорошие средства. Моет прекрасно лицо, тонизирует отлично, но макияж не смывает. То есть хорошо умываться утром, когда нет макияжа. Или если, допустим, вы снимаете макияж мицеллярной водой, а мицеллярную воду нельзя оставлять на лице, ее нужно обязательно смывать, то вот этим средством отлично можно смыть остатки мицеллярной воды уже после того, как вы сняли косметику, и протонизировать лицо. Очень будет приятное ощущение, но слишком мягкие средства. Вот. На этом каталог не заканчивается, но я на этом, пожалуй, закончу. А свой обзор этого каталога обязательно я скидочку на онлайн-каталог в рублях прикреплю в описании к этому видео. И я хочу сказать спасибо вам за просмотр. И если это видео было для вас полезно, информативно, у меня просьба, пожалуйста, поставьте мне нравится. Для меня это очень важно, и я заранее за ваш лайк вам благодарна. Если вам комфортно слушать меня, мою, значит, то, о чем я рассказываю, то, как я макияжи делаю и вообще говорю о продукции Oriflame, то подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Также заранее благодарна вам за подписку. Вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, если есть какие-то вопросы. В вашей стране могу помочь вам оформить скидочную карточку, просто карточку клиента, и буду вашим личным шопером онлайн по каталогу Oriflame, по продукции Oriflame, так как у меня очень большой опыт использования продукции, 20 лет. Большое вам спасибо за внимание, до новых встреч!